Комиссия по ценным бумагам Индии SEBI планирует изучить технологию блокчейна для потенциального использования ее в регулировании. Как сообщает CoinDesk, комиссия объявила о создании комитета по финансовым и регулятивным технологиям CFRT, который проанализирует возможности блокчейна в таких отраслях, как управление активами, сбор средств и послепродажное обслуживание. Планируется, что новый комитет разработает план для регулятивной песочницы с целью продвижения инновационных технологий в финансовую отрасль. Создание комитета CFRT происходит на фоне принятия мер по регулированию криптовалютной деятельности правительством Индии.